Расширили состав и посвятили в лицеисты онлайн. В старейшем вузе региона, Ульяновском педуниверситете, прошла уже традиционная осенняя ассамблея партнерской школы распределенного лицея. На сегодняшний день его состав входит 60 университетских классов, базирующихся в 29 школах города Ульяновска и области, а также в Республике Татарстан. На мероприятии были подписаны договоры о сотрудничестве еще с тремя школами-партнерами. Это гимназия номер 34 города Ульяновска, Верхнемазинская средней школы имени Давыдова и губернаторский лицей номер 101. С 2016 года реализуется проект «Распределенный лицей». Это стало таким естественным продолжением создания наших университетских классов при нашем Ульяновском государственном педагогическом университете имени Ильи Николаевича Ульянова. И, конечно, это совместные проекты не только нашего университета и конкретной школы, но и сообщества школ. Поскольку школы представлены разные, и гимназии, и общеобразовательные школы, и малокомплектные школы, здесь их опыт, их взаимодействие и именно обмен опытом, он очень важен для развития непосредственного учреждения, для развития управленческих команд и повышения качества образования. Цель лицея заключается в сетевом взаимодействии классов непосредственно с вузом для подготовки профориентированных абитуриентов. С другой стороны, программа добровольного сотрудничества в пользу расширения распределенного лицея решает ряд задач, в которые входят развитие допрофессионального образования, достижение высокого уровня подготовки учащихся и профессиональная ориентация старшеклассников. В этом году мы сформировали 10-й класс профильный, который и входит у нас в распределенный лицей. В нем обучается 24 лицеиста. Разные профили у нас в этом классе представлены. И мы очень тесно взаимодействуем с Ульяновским государственным педагогическим университетом, участвуя в различных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, на которые нас приглашает любезный педагогический университет. В рамках ассамблеи проходит торжественное посвящение в лицеисты. В этом году оно разделено на два формата. Очный, в котором примут участие городские ребята, и дистанционный, объединяющий все лицейское братство. Клянемся хранить верность своему Отечеству и посвятить жизнь свою процветанию земли российской. Клянемся! Клянемся с гордостью нести почетное звание учащегося университетских классов. Клянемся! Мне очень нравится в университетских классах, потому что здесь очень хорошо готовят к ЕГЭ. Здесь все преподаватели, естественно, университетские. Ты с самого начала, как я сюда пришел, я уже начинаю приучаться к университетской жизни. Это не школа. Советник ректора и заведующая кафедрой ЮНЕСКО Тамара Девяткина, имеющая большой опыт работы в системе образования, считает проект университетских классов и распределенного лицея очень перспективным и нужным для профессиональной ориентации будущих педагогов. Очень надеемся на то, что вот эта работа перерастет и поможет возродить такое направление, как педагогические классы в общеобразовательных школах. На сегодняшний день это очень и очень актуально. Кадры надо начинать готовить, педагогические кадры надо начинать готовить. Я не хочу сказать, что с детского сада, но со школьной скамьи это точно. Кроме посвящения в лицеисты, на базе университета проводится ряд мероприятий для учащихся и преподавателей распределенного лицея, среди которых дни открытых дверей, выставка площадок летнего профильного отдыха, предметная олимпиада «Симбирский уникум», региональный конкурс проектов «Горизонт открытий» и многое другое. Большинство лицеистов планируют связать свою будущую работу с профессией учителя. Антон Никонов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.